Китай направил к Тайваню рекордные 56 военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. В ответ считающий себя независимым Тайвань поднял в воздух свою авиацию. Такие масштабные вылеты КНР проводят уже четвертый день подряд в честь годовщины основания страны. Это часть крупнейшей в истории Пекина демонстрации силы против автономно управляемого Тайваня, который Китай считает своей территорией.